Детская фотосъемка ко Дню Победы переросла в настоящую исследовательскую работу. Сотрудники Демиховского дворца культуры второй год проводят фотопроект «Мой прадед, мой герой». Благодаря нему ребята Орехово-Зуевского района узнают о заслугах своих родственников. Еще недавно Игорь Захаров и не знал, что в его семье кто-то участвовал в Великой Отечественной войне. А сейчас с гордостью показывает фотографии и рассказывает о своем прадедушке. Он был призван в армию в 1942 году стрелком. Уволен в 1949 году. Он однажды был в плену, но бежал из него. Он не дошел до Берлина, так как был ранен в левую руку в Кенигсберге. Незадолго до Великой Победы. Он участвовал в числе парашютистов, которые в небе писали слово «Сталин» на первый парад Победы. Игорь, как и многие другие ребята, наверное, так бы и не узнал о боевых заслугах своего родственника, если бы не фотопроект «Мой прадед, мой герой». Фотограф Екатерина Журавлева – одна из инициаторов данного проекта, который зародился в прошлом году в Демиховском дворце культуры. К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне была запланирована фотосъемка с детьми. И нам не хотелось ограничиваться просто костюмированной съемкой. Мы подумали, что можно как-то привлечь и вовлечь детей для того, чтобы поднять какие-то пласты истории. Первично задание было такое, мы попросили детей принести фотографии своих прадедов. Затем идея начала расширяться, и дети вместе с родителями стали искать всю информацию о своих родственниках, кто и где воевал в Великой Отечественной войне. В прошлом году после съемок дети с особой гордостью отмечали 9 мая, потому что испытывали особую гордость за свою семью, потому что понимали о том, что их деды тоже воевали. Это самая, наверное, главная цель проекта, то есть заставить, побудить детей изучать историю своей семьи, потому что история каждой семьи – это история победы. Изначально в проекте участвовали только ребята из Демихова, а уже в этом году при поддержке Управления культуры, спорта и молодежи под вспышками камер оказались ребята со всего Орехово-Зуевского района. Посетить выставку «Мой прадед, мой герой» может каждый желающий. С 1 мая она начнет свою работу в Демиховском дворце культуры и в выставочном зале Орехово-Зуево.